Несмотря на свою внешнюю хрупкость, Екатерина Кутерова довольно ловко справляется с управлением большого брутального трамвая. Любовь к технике появилась еще в детстве. Даже из школы домой Катя выбирала маршрут с пересадками, чтобы за одну поездку проехаться на двух разных трамваях. Вопрос о выборе профессии даже не стоял. Утром, когда выезжаешь, когда еще рассвет, солнце только встает. Так здорово, и машин мало, и людей везешь на работу. Очень нравится мне. Любимые маршруты, любимые пассажиры. На работу девушка собирается как на праздник. Даже стрелки переводит со свойственной ей грациозностью и изяществом. Несмотря на то, что просыпаться приходится в 5:00 утра, Катя всегда свежа и весела. Девичий задор водителя трамвая замечают даже проезжающие мимо автомобилисты. Приветствуют, комплименты делают. Хорошо, пропускают иногда. Не просто красавица, но и умница. Екатерина стала победителем в конкурсе «Профессионал года 2013», а также неоднократно участвовала в конкурсах водительского мастерства. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.